Салют, чемпионы! Мы уже снимали обзор про кроссовки от бренда Carry. Это пара Time Jump для бега по шоссе, для бега по асфальту. И сейчас ко мне пришли на обзор новые кроссовки из новой линейки Time Jump Trail. Это бег по пересеченной местности. Вот как раз мы специально приехали в боевых условиях снять этот обзор. Я сам бегаю в них последние 2-3 недели. Расскажу все подробности о этой бюджетной паре обуви. Погнали! Итак, у меня на ногах обувь Time Jump Trail. Это новая пара в линейке бренда Carry. Беговая стоит 3199 рублей у мужчины, 2999 рублей для девушек. Так что, девчонки, обязательно берите. В общем, такая вот у нас небольшая ценовая дискриминация. Ладно, шутки шутками. На самом деле есть три расцветки. Я взял себе такой серо-черную с салатовыми вставочками. Ну, каждый может выбрать на свой вкус. Отдельно, еще раз, я проговариваю всегда, когда снимаю обзор на бюджетную пару обуви. Ну вот, смотрите, пара для трейл-раннинга стоит 3000 рублей. Напишите в комментариях, я вот, честно говоря, не знаю, сколько там стоит примерно конкуренты, но мне кажется, это одно из самых дешевых ценовых предложений на рынке, и от этого надо обязательно отталкиваться. То есть это действительно бюджетная обувь для трейл-раннинга. Это важно, и я постоянно об этом говорю и это отмечаю. Итак, это пара со средним перепадом, кроссовки у нас с совместительным таким защитным носком, легкий, но прочный верх, он впитывает минимальное количество воды и обладает, что приятно, водоотталкивающими свойствами. Теперь давайте поговорим про подошву, про сцепление. У нас выраженная протекторная подошва, тут есть глубокие выступы. Создана она для максимального сцепления с рыхлым, мягким или там шероховатыми, неровными поверхностями. Обеспечивает максимальное сцепление поверхности. Ну вот смотрите, сейчас мы специально вставим кадры бега, чтобы показать. Подошва дает высокий отскок и обеспечивает исключительный возврат энергии. Опять же, по заявлению бренда, пара очень долговечная, поэтому тут надо смотреть, надо тестировать, потому что, конечно, за 2-3 недели моего бега в них сложно сказать, насколько они долго готовы существовать и давать вот эту качественную отдачу, амортизацию, возвращать энергию. Но, по заявлению бренда, очень долговечная пара. Ну и так, поделюсь своими впечатлениями после еще одной тренировки. Сегодня я специально приехал бегать по пересеченке в Суаранду. Здесь есть у нас разный рельеф, разная поверхность, покрытие. Есть лужи, по которых прибежал. Кстати, начну с последнего, по лужам. Действительно, кроссовки водоотталкивающие, то есть не пропускают. Единственное, я уже намочил ногу, когда просто зачерпнул, то есть у меня сверху все пролилось. А так, действительно, выдерживают напор воды, скажем так, то есть очень приятно. Что еще отмечу, вот когда первый раз я брал эти кроссовки в руки, мне показалось, что они тяжеловаты, на самом деле, для даже трейл-раннинга, для бега по пересеченке. Но вот за эти там две недели, условно говоря, что я в них бегаю, вы знаете, на ноге они чувствуются, кажутся легче, чем когда ты их берешь в руку. Вот такое удивительное, я не знаю, для меня открытие, наверное, первый раз у меня такое. То есть, в принципе, вполне нормально. По сцеплению с дорогой, протектор, как вы видите, очень такой внушительный. По крайней мере, то, что я бегал в Петербурге, в Ленобласти, у меня нигде не было проблем. Конечно же, опять интересно протестировать, как они ведут себя, например, по льду. То есть, ну, хотя там, наверное, уже немножко другая, другой протектор нужен, но в целом интересно посмотреть, вот сейчас по осенней нашей погоде, тут я бегал, там, вы видели сами, по траве, по песку, по грунту, через лужи пробегал. Очень хорошее сцепление с дорогой, очень хорошо держит, комфортно все. Отдельно отмечу, что наконец-то, вот часто бывает у российских производителей, которые делают кроссовки там, в Китае, Юго-Восточной Азии, есть проблемы с размерами, то есть не попадают здесь. Ну, лично у меня по размеру все
ровно подошло. Удобный язычок, шнуровка. В принципе, я считаю, что вот за эти деньги эта предложенная модель, ну, вполне себе справляется. Я считаю, что вот за ту стоимость, которую предлагаются эти кроссовки, там, для мужчин 3199 и 2999 рублей для женщин, это очень выгодная покупка для начинающих любителей бега и трейлового бега. Time Jump Trail вполне себе, я считаю, что достойное продолжение беговой линейки. Могу порекомендовать для тех, кто хочет попробовать себя в трейл-раннинге или начинает. И опять же повторюсь про вес кроссовок на ноге. Они даже как-то, на мой взгляд, немножко легче ощущаются. В общем, могу порекомендовать Time Jump Trail. Ну а с вами были канал Нелегкая Атлетика. Я Александр Валикжанин и новые по рубью, которые мы продолжаем тестировать специально для вас. До новых встреч, друзья!